Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал «Тролльная прогулка» в рубрику «Улетая из Китая». Сегодня к нам приехали блесенки. Блесенок 30 штук, но 30 у меня уже здесь нету, потому что я их много пораздавал товарищам, так сказать, по этому делу. Вот. Все, каждая блесенка весьма классно упакована. Всегда имеет, нету ни одной повторяшки, мне, кстати, не попалось. Все абсолютно разные. Размеры даже у самих блесен весьма разные. Вот можете сравнить вот одну и вторую. Абсолютно они идут, конечно же, разные. И таких вот целых 30 штук у нас идет. Есть и светлые, и, ну, короче, я даже не знаю, как сказать. На вкус и цвет товарища нет. Единственный минус, который мне вот не понравился в данных вот блеснах, это то, что слабенький вес. Поэтому вот возле берега, ну, на берегу, если или с лодки ловить, это вот, конечно, классно. На лодке это просто офигенные блесна. Поскольку, ну, тут, наверное, если все перепробовать, по-любому вы что-нибудь поймаете. Потому что, ну, рыба тоже не глупая. Она любит какие-то свои цвета, свои там прочие эти. И поэтому что-то да получится. Вот, например, такая вот. Еще они идут не совсем ровненькие, они такие идут рифленые, с изогнутостями. То есть, когда в воде вертушку вы крутите, она играет даже немножечко не так по-другому, как идут стандартные. Вот их достаточно много. За $9, когда одна блесна хорошая. Ну, конечно, хорошая блесна, она рознь другой. Но за $9 30 штук, даже просто как в подарок кому-то купить, это, по-моему, оправданная такая фигня. Вот. Подписывайтесь на канал. Ссылочка будет на данный товар в описании под видео. Заказывайте смело, я лично не пожалел. $9 это, по-моему, смешная цена за 30 штук блесен. Вот. Ставьте лайки. Будем рады видеть вас на данном канале. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был канал «Тролльная прогулка» и рубрика «Улетая из Китая». До новых встреч.